Точно. Убедиться в правдивости этого утверждения смогли воспитанники детских садов и ученики начальных классов. 20 апреля они прошли курс молодого бойца. Один из этапов 15-го городского смотра конкурса есть такая профессия – родину защищать. Это испытание для ребят, участников номинации «Орлята учатся летать» и «Мы – будущее России» провели на базе Дворца культуры «Современник». Ребят познакомили с бытом армейским, ну и, конечно же, попытались немножечко воссоздать им военно-полевую подготовку, как проходит настоящий боец, вот, когда поступает в ряды армии. Правильность выполнения заданий оценивалась по 5-бальной системе. Особое внимание жюри обращало на внешний вид и слаженную работу всех участников команды. Чтобы получить высший балл, ребятам нужно было выдержать испытания на силу, ловкость, меткость и внимание. Им пришлось пройти этап «Срывая подготовка», дальше «Полоса препятствия», потом в казарме, то есть они учились, как себя правильно вести в казарме, соблюдать порядок, распорядок дня, и сигнал тревога, то есть они должны были быстренько одеться в военную форму и спасти всю команду. Главное не упасть и не потерять пилота. Тематическая квест-игра «Испытание силы и воли» не ограничилась спортивными заданиями. Чтобы преодолеть ее заключительный этап – общественно-государственная подготовка, команде пришлось воспользоваться своими теоретическими знаниями. Ребята спели гимн Российской Федерации и посмотрели исторические видеоролики о Великой Отечественной войне. Мне квест очень понравился, было всего очень многого интересного. Главная цель, конечно же, патриотизм, чтобы мы всегда помнили своих ветеранов, тех, кто нас защищает, и любили свою родину. Первый этап соревнований для номинации «Орлята учатся летать» и «Мы – будущее России» завершен. Впереди ребят ждет финальный день смотра конкурса «Есть такая профессия – родину защищать». В нем участники проявят свои творческие способности. Диана Котлярова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».